Это не первое, что сегодня было не так. Не так сейчас случилось с моим концертным платьем, которое осталось висеть в гримерке. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в таком варианте тоже сойдет, потому что главное у нас с вами это песни, это музыка, это ваше настроение, это наше настроение, а у нас оно отличное. И надеемся, что и у вас оно тоже. Еще бы мне так ярко в глаза не светили фонари, я бы видела ваши счастливые лица, лица людей, которые уже успели выпить вот те 100 кружек пива, я слышала, когда приехала как раз.
Что звенел? Ну а что вы ржете-то? Прозвенел звоночек, говорит, сотая кружка пива. Я надеюсь, что все эти люди, которые сейчас улыбаются, всем этим людям досталось хотя бы по глоточку. Добрый вечер! Мужики могут спокойно покурить, они не любят эту песню. Это наши девочки. Причем обличающие наших замечательных мужчин во всех их смертных грехах. Но, как говорится, для профилактики подумать лишний раз над своим поведением, это тоже хорошо. Правильно же? А вы, у вас что, ухо чешется или вам громко? Громко! Кивает мужчина на все согласен. Какой мужчина? Смотрите, на все согласен. Я задала два вопроса, он кивнул один раз на оба, значит. Да? Чей? Чужой? Чужой! Чужой! Нам чужого не надо. Ну что, кому? И, как говорится, самое главное, привет вам от Гагарина. Сегодня я встретила в аэропорту. Она прилетела из Новосибирска, я из Краснодара. И, собственно, вот перекладными к вам. Кому? Зачем? Поехали, поем все вместе! Thank you.
поздравляет. Ну, во-первых, с Днем России. А во-вторых, с Днем рождения. А мы вас поздравляем. Следующее поздравление очень просил передать этому замечательному ресторану, клубу мой большой друг, вами любимый артист. Он сегодня не приехал, естественно. Вообще никто, кроме меня, не приехал. Вот. И если бы мы опоздали сегодня на самолет, то я бы тоже могла не приехать. Но, тем не менее, подумаешь, отделалась... еще и ноготь сегодня сломала. Так вот, дорогие девушки, пусть это будет самая наша большая проблема в жизни. Поломать... ноготь. Правильно? Вот. Так вот, Сергей Лазарев просил передать вам огромный привет и поздравления. И, наверное, вы и знать не знаете, что та самая песня, которая сейчас везде крутится. Вот один человек сказал, одна девушка симпатичная из первого ряда. Так вот, все остальные и знать не знают, что вот эта прекрасная песня «Сдавайся», которую сейчас везде так хорошо крутят и первые места она занимает, написал кто? Ирина Букшава! Сейчас возьму и спою. И я уверена почему-то, что вы споете ее вместе со мной. Сдавайся, поехали, поем все вместе!